Российские женщины хотели бы зарабатывать по 80 тысяч рублей в месяц. Такую сумму называли респондентки в ходе опроса, который накануне Международного женского дня провел сервис «Работа.ру». 80 тысяч рублей – размер желанной зарплаты в среднем по стране. В Москве этот показатель выше – 97 тысяч рублей. При этом, достигая 41 года, женщины чаще идут на руководящие должности. Также опрос показал, что среди дам больше карьеристов, чем среди мужчин. Помимо этого, большинство опрошенных предпочли работу служебному роману. Если говорить о желаемой зарплате мужчин, то представители сильного пола хотели бы получать от 103 тысяч рублей.